на территориях Северного завоза живет 3 миллиона человек. И, конечно, качество их жизни сильно зависит от того, вовремя и по какой цене привезут продукцию. Основной вызов – это капитальные затраты, которые нужно предпринять, чтобы сделать логистику дешевле. Люди просто остались с пустыми полками, да, то есть доедали свои запасы. Это касается напрямую не только качества жизни, но и вообще выживания. Арктика и Дальний Восток – это в совокупности 54% территории нашей страны. И на этой территории реализуются большие, сложные, достаточно комплексные инвестиционные проекты. Это освоение Баймской рудной зоны, это Северный морской путь, да, то есть это масштабные проекты добычные в Арктике. И, конечно, необходима координация усилий большого количества участников. Да, это бизнес, это региональные органы власти для того, чтобы все получилось. Поэтому, конечно, для всех нужна единая платформа цифровая, да, на базе которой можно смоделировать, спрогнозировать будущее развитие территорий. Посчитать при этом и экономику, налоговые поступления, социальную сферу, да, то есть какие усилия нужно предпринять для того, чтобы люди оставались на территории региона, да, какие будут зарплаты, сколько будет стоить жизнь на этих территориях. Вот все эти вопросы мы, в общем, регулярно отрабатываем в нашем институте. Два года назад наш институт, собственно, провел большое исследование научное, да, каким образом осуществляется Северный завоз. Параллельно мы поняли, что одно из важнейших звеньев в этой цепи – это прозрачность поставок, да, кто, куда, сколько, чего везет, по каким ценам, каким образом можно оптимизировать стоимость логистики. И, собственно, на базе этого мы создали так называемый цифровой двойник Северного завоза. То есть для начала мы решили понять действительно, сколько в каждом поселке потребляется топлива, продовольствия. Ну вот, собственно, интерфейс цифрового двойника. Мы знаем, сколько жителей живет в регионах Северного завоза, что это за регионы. Мы можем отслеживать объемы, стоимость Северного завоза, объемы господдержки по видам. Если объем завоза в разрезе транспорта, мы четко понимаем, какими видами транспорта, куда мы везем товары, да? Какие товары завозятся в каждом из регионов и вплоть до каждого муниципалитета. У нас есть такая тепловая карта по всем регионам Северного завоза. Мы по каждому из регионов отслеживаем динамику, стоимость, изменение структуры Северного завоза. А также нас интересует, конечно, завоз в разрезе поставщиков и в разрезе ключевых маршрутов. С помощью точной карты маршрутов, которая составлена прямо вот с геолокацией, с анализом исторических маршрутов, мы можем оптимизировать маршруты. И, например, рассчитываем, как повлияет запуск перевозок по СМП, субсидируемых, на стоимость конечной продукции на Чукотке, в Северной Якутии, Магадане и так далее. Это модель, которая собирает статистику, простраивает маршруты и выявляет узкие места, допустим, нехватку критической инфраструктуры, да, или, скажем, необходимость в дополнительных там транспортных мощностях. То есть она не делает работу за человека, она подсказывает, где могут быть проблемы, и человек должен додумать. У нас Северный завоз – это прежде всего Якутия, потому что территория размером с Индию, да, на которой живет миллион человек, и все поселки разбросаны, ну, очень сильно по территории. Там есть такие эпизоды, где, допустим, уголь везется в отдаленный поселок в течение 2 лет. То есть за первый год он доезжает до пункта А, потом перегружается на барже, и ждет, баржи ждут опять высокой воды и доезжают уже до конечного пункта назначения. Значительная часть перевозится авиацией, допустим, продукты, свежие продукты. В этом сложность, и более 1,7 миллиона тонн топлива, продовольствия завозится туда ежегодно. Поэтому мы тестировали, естественно, в Якутии, да, наши предпосылки, предположения, отрабатывали
идеи, как можно этот северный завоз улучшить, оптимизировать. Мы вот точно знаем, сколько в Якутии кушают за год еды. Да? Мы понимаем, сколько тратится угля на отопление поселков. И уже на базе этого знания мы можем дальше строить математические модели, понимая, ну, оптимизационные транспортные модели, на самом деле, да, понимая, как можно эту логистику снизить. Опыт самой Якутии, кстати, был очень активно использован. Допустим, у них есть успешный опыт строительства торгово-логистических центров, которые становятся такими опорными пунктами на пути северного завоза и удешевляют логистику. Мы отдельно отрабатываем с Чукоткой, да, с Магаданом, с арктическими регионами, потому что в какой-то степени, ну, северный завоз – это такая специальная операция. Она предполагает, что, ну, в каждом регионе свои, скажем так, чудеса и свои сложности. Для Якутии это прежде всего такая разветвленная речная сеть, необходимость содержания такого значительного речного флота. Для Чукотки, допустим, это неожиданности сезона навигации. Да? То есть были эпизоды, когда вовремя не поставил товар, да? То есть и суда застряли во льдах, в общем, регион не получил вовремя необходимую продукцию. Для других регионов, прежде всего, часто северный завоз упирается в вопрос тарифов. Да? То есть по каким тарифам поставляется продукция, какова приоритизация, допустим, поставки в портах. Да? Вот над этим мы тоже работаем. На территориях северного завоза живет 3 миллиона человек. И, конечно, качество их жизни сильно зависит от того, вовремя и по какой цене привезут продукцию. Бывали случаи, когда в какой-то поселок не завезли должное количество продовольствия. Или туда вернулись молодежь, студенты вот в ковид. Приехали и съели все, что там было. Да? То есть незапланированные объемы. И люди просто остались с пустыми полками, да? То есть доедали свои запасы. То есть если это касается, допустим, топлива, были отдельные эпизоды, тоже в прессе это проскакивало, да, когда не хватает бензина, да, дизельного топлива. Это касается напрямую не только качества жизни, но и вообще, ну, выживания. В структуре северного завоза основную долю занимают твердые топливные ресурсы, жидкие топливные ресурсы и немножко продовольствия и медикаментов, всего лишь 3% в совокупности. Мы видим, в чем основная проблема. Везде в среднем цены на все виды продовольствия, к примеру, выше на северных территориях, причем существенно выше. От 2 до 11 раз может возрастать стоимость топлива, например, да, за время поставки по основным маршрутам северного завоза. Управлять можно тем, что хорошо понимаешь и измеряешь. Да? Поэтому мы, в общем-то, первый свой взор обратили на основные параметры. Ключевые показатели по каждому из регионов. Теперь мы, понимая всю картинку, мы можем предлагать осмысленно какие-то меры. И дальше вся логика цифрового завоза в том, что мы тестируем, да, то есть любые наши идеи. Допустим, что если мы запустим субсидируемые перевозки по СМП? Как это повлияет на конечные цены, на логистику поставок, на сроки и риски? Вот ровно в такой логике мы строим цифровой двойник. Основной вызов, ну, он, пожалуй, заключается в том, чтобы найти оптимальные маршруты поставки. Они в основном известны, но они всегда упираются в изношенность, допустим, транспорта, да, если говорить о речном транспорте, необходимость дноуглубления. То есть, скажем, основной вызов – это капитальные затраты, которые нужно предпринять, чтобы сделать логистику дешевле. Это флот, это порты, это объекты инфраструктуры, допустим, нефтебазы, да, нефтехранилища. Следующий вызов – это уже такие альтернативные виды транспорта, да, которые, возможно, сделают северный завоз дешевле. Ну, нам пришлось, как ученым, да, изучить целый ряд подобных альтернативных историй. Это и дирижабли, и беспилотники. То есть мы считаем каждый вариант. Качество твоей модели таково, насколько точны твои исходные данные. Это всегда так.
И здесь, конечно, всегда стремишься уйти от там, ошибочности и влияния человеческого фактора, порой эмоционального, а порой находящегося там в конфликте интересов. Да? У нас бывали эпизоды, когда в рамках Северного завоза там совершались какие-то грубые ошибки. Понятно, что в идеале система должна работать ну, практически автоматически, да, то есть мы понимаем, каковы остатки, каков страховой запас на месте, да, необходимый в сутках, мы понимаем потребность, система ее проверяет, выдает, значит, значимые ошибки при планировании, допустим, которые допущены. Но пока это не так, пока много, конечно, ручного ввода информации, там, непосредственно от тех людей, которые планируют северный завоз на местах. Ну вот, наверное, несколько лет нужно, чтобы эта система работала еще более надежно и основывалась на там, максимально качественных первичных данных, по сути, которые будут взяты из учетных систем. Да? На сегодня есть часть данных, которые мы берем из учетных систем, часть, которые мы модифицируем, да, перепроверяем и вместе с теми, кто занимается планированием северного завоза. Все модели, которые мы строим, они так или иначе пересекаются. Вот представьте себе такой лихтеровоз «Севморпуть». Он сейчас, ну, это субсидируемые перевозки по СМП как раз для северного завоза. Понятно, что все эти модели друг с другом пересекаются. Мы считаем все объемы поставок по СМП, да, в рамках северного завоза и по другим направлениям. Мы понимаем логику, там, и логистику, да, этого движения. Поэтому в какой-то степени эти модели между собой синхронизированы. Они основаны на там, единой базе данных, да, то есть на понимании того, как устроено движение на севере, да, то есть по СМП. А вообще, ну, наша такая мечта, наверное, и цель, к которой мы идем, построить, смоделировать и понимать очень хорошо всю логистику движения на востоке и севере России.